Перший рядок у сьогоднішнім рейтингу Белбренд 2016 заняла бабушка на кринка. Літерально днями міжнародне агентство визначило топ-100 брендів Білорусі. І у першиню самим дорогим брендом країни визначені Могилевський. 66,5 мільйонів доларів – такий кошт бренду «Бабушкина кринка». Що це значить для працівного колективу Могилевської молочної компанії, розказав у інтерв'ю нашій телерадіокомпанії директор «Бабушкиної кринки» Ігор Кананчук. В тройку входили на протяжении уже двух последних лет. Ну а первую строчку мы занимаем впервые. Поздравляю. Спасибо. Это действительно сегодня подтверждение все-таки правильного направления. Почему? Потому что без стратегии любая компания, она развиваться не может. Качество, в первую очередь, это сегодня самое важное, главное. Должна быть, конечно, и ценовая составляющая, и упаковка соответствовать. Очень много составляющих. И подтверждение тому, что на сегодняшний день все-таки команда нашей компании выбрала правильный путь, то, что она есть, то, что она в правильном направлении, это еще очередной раз подтверждает. Какие планы на будущее бабушкиной крынки, ці будет вырабляться на Могилевщине сыр с цвиллю и чему робится натиск именно на натуральность продукции. Про это и иншее у полном интервью Игоря Кананчука информационно-аналитичной программе «Днями» у пятницу у эфира «Беларусь-4 Могилев».